В Люберцах продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. Волонтеры и медики вышли на помощь профессиональным врачам. Тему продолжит наш корреспондент. Студентка 4-го курса медицинского колледжа Диана Матисян приходит в поликлинику к 8 утра. Весь день она проведет в стенах медицинского учреждения. Диана – волонтер. Конечно, это добровольное решение, но когда мы шли в медицину, мы уже как бы понимали, что будем участвовать в спасении жизни людей. И волонтерство – это как бы добро людям, как бы, и мы решили пойти. Диана заполняет анкеты в регистратуре, отправляет данные пациентов в медицинские лаборатории и вносит сведения о прививке в систему ЕМИАС. Теперь QR-коды придут быстрее. Тем самым мы имеем возможность высвобождения медицинских работников непосредственно на процесс вакцинации населения. У нас уже это второй эпизод привлечения волонтеров. Впервые мы привлекали волонтеров прошлым летом, в июле-августе месяца. Тогда они тоже нам оказали достаточно существенную помощь. Я могу вам сказать, что если у нас неделю назад было людей вакцинированных, но не внесены в реестр, это было более 8 тысяч человек, то сегодня, чуть более 3 тысяч. Это при условии того, что люди же ежедневно вакцинируются. Более 200 тысяч люберчан уже сделали прививку от коронавируса. Но вакцинация продолжается. Поэтому помощь Дианы Матисян и других волонтеров будет необходима еще долго. Дмитрий Гринчев, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.